В Махачкале подведены итоги третьего республиканского конкурса чтецов Корана. Его организаторами выступили муфтия Дагестана совместно с Центром по изучению Корана имени Мухаммада Хафиза Афанди Истидиба. Участниками конкурса стали 170 человек. В основном это дети, прибывшие из разных уголков республики. Возраст самого младшего – 5 лет. В течение 2 дней чтецы определяли лучших в 4 номинациях. Наиболее сложные из них – это знание полного текста Корана наизусть. В этой номинации был учрежден главный приз. Обладателем путевки в хадж стал студент Дагестанского исламского университета Амир Магомедов. Оценивались также красота и выразительность чтения. Все призеры получили денежные премии. Победители смогут в августе представить республику на международном конкурсе в Чечне. Поздравить ребят на награждение прибыли представители Миннаца, администрации Махачкалы и муфтията. Сегодняшняя молодежь от 5 до 30 лет, когда себя нашли в правильном русле, когда себя нашли и свою жизнь, направление выбрали правильным, и за что хотелось бы их родителям выразить огромную благодарность. Очень тяжело воспитать, удержать ребенка на правильном направлении, а их родителям это удалось. И это является дополнительным зарядом, мотивацией для остальных детей, для подрастающего поколения. Это наше будущее.